Приветствую зрителям моего канала, с вами Булкин, и сегодня мы будем играть 3D инструктор. Расскажу, что только что вот случилось. Значит, я запустил 3D инструктор, начал записывать. Взял вот этот автомобиль. То есть я такой, я еще такой, начал запись, такой, знаете, ребятки, мы сейчас не будем отходить от традиции. Вот мы последний раз с вами покатались на челленджере старом, покатаемся на новом, тем более 300 км в час обещают нам разработчики данной модельки. И вдруг, короче, я так начинаю жестко просто чихать, я раз 30 чихнул. Я понял то, что вырезать это все, в принципе, можно было оставить. Но я как дурак сейчас только что удалил вот запись, и я понял, что вы бы ржали, наверное, вообще просто, не знаю как. Поэтому... А, и самый прикол то, что я, ну, как бы минуты две-то записал, я начал на ней ездить, она, короче, эта моделька очень ужасная в том плане, что она, у нее что-то с физикой, она неустойчивая, и она дрифтит. Причем она дрифтит в плохом смысле, именно не как нормально она пытается дрифтить, а ее просто расколбасивает по всей дороге, и поэтому... Сейчас будем думать, что нам взять. О, Bentley. Во-первых, я Bentley, мне нравится как Continental GT. Это не просто Continental GT, ну, неважно. В общем, мне нравится, в принципе, он сам по себе такой мажорная тачка, поэтому давайте... О, бежевый цвет такой, знаете, кремовый, я бы сказал. Попробуем на нем покататься. Итак, сегодня у нас планируются шашки. Я думаю, что как бы чередование серий такой... Фу, чередование серий вот такое будет, поэтому, ну, то шашки, там, то покатушки, то какие-нибудь там погоняшки на Авентадоре. Ревентадор, вот, точно, Ревентадоре. Если вы помните и понимаете, о чем я. О, правый руль. Ничего себе, деревянная обивка, господи. Ну ладно, чисто английский такой Бентли, да, у нас. Заводим, снимаем с ручника, пристегиваем ремен. Смотрим на нашу машину. Фары включать не будем. Ну что, 318 км в час было написано. Это, кстати, реально ее максималка. Я волос попал, сержу. Да здесь я чихать больше не буду, я отчихался сейчас. Вот. А, да, вот то, что я хотел еще сказать. Последнее время, знаете, что замечаю? Последнее время я замечаю то, что... Она отличная, друзья. Она просто отличная. Спасибо. А, нет, переключается. Ну так вот. Последнее время я замечаю то, что вы Лойс перестаете писать. Писать Лойс. Ну да. Ставить Лойса. 3D-инструктору. Походу, мы сейчас опять будем менять машину, потому что... А если... Да нет, она, походу, реально сломанная. Так вот, вы что-то не особо лойсите, 3D-инструктор, как бы я его не прикрыл. Ха-ха. Ладно. Смотрите, короче, у нее беда какая-то у этой машины. Причем не помогает. Например, первая, да? Поехали. Вроде все окей. Включаем вторую. Угу. Предпускать, если предпустить газ. О, переключилась. Включаем третью, предпускаем газ. Включилась! Нет, подождите, пока все окей. Ну, все равно с коробкой проблемы. Если так трогаться каждый раз. Опять она устала. Она еще не поворачивает! Блин, вот балда-то, а. О, господи, афроамериканская какая-то. Ну, переключайся. А, нет. Ну, 202 она едет. Ну, как бы переключиться-то? О! Нет, не переключилась. Че с коробкой? Ну, они ненадежные, эти английские автомобили. Хотя, кстати, наоборот, по-моему, надежные. Я, правда, не знаю, не ездил. Но... Мне кажется, что Range Rover, Land Rover, Bentley практичные должны быть. Я, конечно, понимаю, я могу ехать 202 км в час, но как бы хочется ускоряться. Но мне, по-моему, не дает. Что с коробкой? Ой, все понятно, короче. Ты куда-то перестраиваешься, блин. Сейчас доедем уже до конца и доехали. Не, ребят, бесполезняк. Надо что-то брать. Давайте посмотрим что-нибудь бомбезное. Кстати, Bugatti Veyron вы просили. Я его так еще не поставил. Ты засранец такой, а? Я поставлю. Да-да. Альтеза, судя по всему, заточенная под дрифт, будет ехать 334 км в час. По-любому. Вот реалистично, всего over 9000. А я, знаете, почему такого цвета взял вишневого? У меня, короче, когда последний раз Underground 2 проходил год-два назад, у меня там Альтезка была такого цвета. И даже очень похожа, кстати. Ну, АС-300, правда, АС-200. Ну, вы поняли, да, Lexus? Вот. Toyota Альтеза. Кстати, прикольно, на самом деле. Я по ней торчал, когда в Underground катался. Ну, и вообще, лет 5 назад еще. Сейчас-то я к японочкам... О, господи. Циферблат... Этот, не циферблат, а тахометр напоминает циферблат. Блин, у неё... Проблемы с посадкой у этой машины. Учитывая, что у нас нет руля. Ну ладно, давайте попробуем хотя бы. Что же за монстр такой, который будет 334 километра ехать? Может, она реально дрифтовая? О, начали хорошо. Сейчас попробуем просто. Да нет, что-то не особо, знаете. Вот я просто сейчас на челленджере катался на баганом, который дрифтил, это да. Да, конечно, не очень впечатляет обзор нам, нас, потому что у нас нет руля.
сейчас напишет комментарий. Булкин, включи руль. Вот еще раз. Стойте. Вот еще раз. Давайте посмотрим. Вы говорите, включи руль. Я играю на джойстике. Еще раз повторяю. Смотрите. Хорошо. Давайте посмотрим. Давайте так. Вы напишите в комментариях, как лучше. Смотрите просто на этот бред. Представляете, я поворот прохожу вот именно с таким рулем. Давайте посмотрим. Правильно. Ох ты, как классно. Это он вертится. А у нас... Ох, как... Вот просто охренеть. Он меня отвлекает лично, я не знаю, это, по-моему, бред. Давайте, вот я вам показал еще раз. Напишите просто в комментариях, а я послушаюсь вас. Какой комментарий в топе, ну, больше лойсов наберет? Там, кто-нибудь напишет, допустим, давай с рулем. Ну, в смысле, в салоне. Если он будет, там, не знаю, выше, чем давай без руля, я думаю, что вы не извращенцы, чтобы просить с рулем играть, потому что это реально какой-то... Кстати, она неплохая, она реально устойчивая, вот сейчас могу вам оценить, поэтому я пока на ней хочу поездить. Грузовик я... Нет, я сглазил, потому что у нее немножко, так скажем, не специфические тормоза. Слушайте, вот когда я играл 3D-инструктор до этого, я как бы никогда не предполагал, что здесь реально вот эти модельки еще различаются по физике. Я сейчас половину по-английски сказал, по физике. Ну, по физике, в общем. А здесь реально так, потому что не только там меняется скорость, да, она реально прям на дороге по-другому ведет себя. Я вот просто... Мне пока больше душу запало... Запал GTR, на нем самая устойчивая была езда, да как и во всех играх, в которых он существует. Гран Туризмо у нас он лучше круг проходил. Да господи, ну пропустите меня. Ребят, напишите тайм-код, и кто-нибудь вырежет рожу мужика, который сидит в УАЗике на переднем сиденье, повернутый ко мне. Посмотрите на эту рожу упорутую. Просто весь экран вот сейчас открой, вот видео, чувачок, вот ты вот смотришь, и посмотри вот просто вот вперед, чуть выше, вот там вот в окошке. 1080p, о боже мой, ладно. Так, ну чё? Ну, да, она такая, короче, вот миниатюрная, это Альтеска. И вот чисто такая, знаете, как раз как должна ехать тюнингованная японочка, хотя, конечно, она не поедет столько, у нее там грузит 308 будет, но... Альтеса сама по себе просто 300 не поедет, ну как бы это как-то, знаете, смешно. 240, может, да. Хотя... Знаете, измерение скорости меняется, точнее, представление о скорости. Просто я раньше думал, что 260 км в час – это недосягаемая скорость, которую, я не знаю, там, гонщики развивают где-нибудь. И то, что там по городу там можно максимум гонять, там, не знаю, 140-160, да-да. Потом у меня появился Kawasaki GP900. Ну, ладно, это, ну, у вас дальше, я думаю, по катушке смотрели все мои, поэтому я промолчу просто. Поэтому, на самом деле... Не так уж это и много, 260. Да, вообще, хуйня вопрос, чё. 260 км сейчас вообще. Без проблем. На Жигулях особенно. Сел, переданул и улетел. Кстати, я так заговорил, смотрите, я вроде неплохо еду. Блин, у этой машины, короче, тормоза резкие. Вот именно поэтому я тогда убрал с правой, не умещусь. Хоть она и миниатюрная, но не настолько, что здесь мотоцикл еле поместится. Еле, но поместится. И у этой машины почему-то, в отличие от GTR, да, вы помните, праворульного, я чувствую здесь левый бок лучше, чем... Постава! Ладно, я думаю, неприятно смотреть все-таки на этот черно-серый квадрат вместо руля, потому что здесь немножко посадка убогая. И, кстати, на ней почему-то и не катался еще, по-моему, да, я ведь не ошибаюсь. Я на F10 катался, на новом кузове M5, а вот на этой, как вот, да, до выдачи. Была. Я не катался. Сейчас попробуем. Я взял черную, потому что не золотая, потому что, ну вы поняли. Вот. Сейчас я тут сообщение важно напишу. Сейчас. Вот все. Там просто важно, важно, очень важно. Ну так вот, видите, здесь посадка уже получше. Во, особенно если мы сделаем вот так. Вот. Теперь берем. Сначала поворотник, да, аварийку правильно еще захуяли. Все вместе. О, звучок сразу видно. Другой, видно. Звучок видно. Звучок видно, машину слышно. Нет, звучок видно, а красоту слышно. Вот это вот по мне. По моей упоротой части. Какая-то посадка, знаете, как будто она заниженными потолками. Я такой 2 метра ростом сижу в ней. Правда, 190, 189, если быть точно. Но все равно. Слушайте, она, кстати, бодренько. Она, во-первых, бодренько едет, ну, вот реально бодренько. И вполне себе такая адекватная. То есть,
не резкое, не толстое. Кстати, себе подобного там обогнал только что. Блин, спидометр в мире. Чё-то меня прёт оно, слышите? Слышите? Слышите вы? Меня оно прёт. Я псих. Офигеть. Вот бумеры все, короче, решают. Офигеть. Офигеть. Офигеть, она прям у меня слушается, ребят. Скорость не забываем писать максимальную, которую разовью. Ребят! Ну, ладно, это было жестко. Ребята, 300, что ли, сейчас будет? Было 300? Было 3! Охуеть. Вот это, блядь, полет навигатора. Сука, я везде съебнулся. Бля, там я опять посмотрел на этот грёбаный спидометр. Я все контролировал ситуацию, пока не... Да идите, блин, эти копы. Причем копы. А, ладно. Куда я? Что за плитушки на BMW М5? Блин, она офигенная, ребят. Вы не представляете, она реально офигенная. На ней можно 300 ехать. Ну, хотя, наверное, ехать-то уж вряд ли, но... Проехать долгое расстояние точно, я думаю, можно. Сейчас мы обратно поедем на ней, так что, думаю, будет весело. Давай, 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 тащи, тащи. Хочу попробовать сейчас еще 300-очку дать на ней. Не умещусь. Умещусь. Нет, подрезал. Задел. Убью сейчас, блядь. Ой, я что-то, блядь, пиздец. Все, тихо, не расслабляемся. В смысле, ну да. Дрифток небольшой. 200 по городу, 300 по трассе. Нихуя. Бля. Это тайм-код и лайк. Без вопросов. Вообще даже не обсуждается, понимаете, ребят? Потому что... О боже, это так. Это сейчас был такой просто. На крыше десятки. Проехал крышей, бля. Понимаете, я цеплял машину так же. Но я на другую не запрыгивал. Тем более на крышу. Крышей. Как бы, если бы я колесами еще запрыгнул на кого-то, то да. Но это было сейчас очень эпично. Я так на нее запрыгнул, скатился, типа, ладно, спасибо, что подбросил, чувак. Кто ржал, короче, пальцы вверх. Не буду я вымогать с вас. Вот кто ржал, чисто. Давайте так. Ну, чисто. Нет! Ну, ладно. Хочу быстрее. Мне нужна скорость. Там сейчас. Бля, сейчас будет пиздец. Ребят, успею вправить. Сейчас подлет будет, меня упра. Нет. Простите, тетенька. Там какая-то шатеночка сидела. Не хиленький она такой. Удар взад получила на скорости 260, или сколько там ехал, да? Все хорошо. Все под контролем, ребят. Едем мы тихо. Вот сейчас бы мог 300-очку дать, если бы... Мне вот это больше всего прикалывает. Как я... Вот заметили, да? Если я начинаю тормаживаться, я еще, по-моему, ни разу после этого не врезался никуда. Я именно вот торможу так, в дрифте я перед задницей успеваю. Так что экстренный тормоз не всегда выручал. Вот сейчас вот реально шашечки такие были. Вот сейчас прикольно, кстати. Вот сейчас круто иду. Вот сейчас круто иду, ребят. Вот сейчас иду круто. Ребят, иду круто, говорю. 290 было. Это я увидел. Осторожно. Осторожно. Газель в левом ряду, что делаешь? Ух, какой дрифт сейчас был. Сейчас дрифт. Ё-моё! Прикиньте, если бы его не было сейчас во втором ряду вот этого вот шестерки, я бы сейчас мимо него продрифтил. Было бы круто, кстати. Да, если бы его не было, я бы продрифтил. Очень гениально. Мимо него особенно. Да-да-да. Тихо. Да какого хрена-то? Я же... Он ты по тормозам, что ли, дал? Я же считал, чтобы объехать его. Чего вы встали-то, а? Да ём... Все хорошо, ребят. Очень реалистично катаемся. О, прикольно выглядит. Черный бумер, стоп, сигнальные огни, черт. Хорошо, я его впечатал в знак. Ты чё врезалась-то в меня? Опять шатенка какая-то за Геленвагеном. Чё ж все на Геленвагенах-то катаются, а? Ой, ну чё, ребят, на этом серия за... Нет. Сейчас еще разок. Сам себе противоречу. Давайте от третьего лица немножко на бумере. Да куда? Ну пропустите! Во, нормас. Хочу еще. Все, от третьего лица максимальную скорость до первой такой жесткой аварии и прощаемся с вами. Давайте так договоримся. Ну, поехали. Ну, это не считается, я не успел разогнаться, понимаете? Вот. От третьего, кстати, сложнее намного. Ну ладно. Ох, мой любимый участок дороги. Мой любимый. Все хорошо, ребят, под контролем все. Все окей.
Все хорошо, ничего не было. Этот дрифт был. Маленький дрифток. Тихо, тихо. Блин, сложно ориентироваться-то как, а? От третьего лица-то. О, пустая дорога! Да куда ты лезешь-то, блин? Ух, ё-моё, а? Чё творю? Парень разгорячился. Скорость не палите, ребят. В смысле, палите. В смысле, нет! Да! Ха! 300! 302! Нет, ну куда-нибудь-то... там я хочу посмотреть... Что с газелью стой? Бля, ебанись я по ребрик, а? Куда я его припарковал-то, газельку? Можно? У вас куда-то задним ходом по автомагистрали в левом ряду? Чё, псих, что ли? Хотя кто бы говорил. Ну ладно. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вы поржали. Это реально была ржачная серия такая. Эпично ржачная. Поэтому всем спасибо. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал. Комментируй внизу. Зачем-то сейчас пальцем показал вниз. Хотя вы меня не видите даже. Но это не важно. Мне опять сейчас чихать начну или кашлять. Ну, в общем, всем пока. Опять этот придурок меня объехал. В смысле, не опять, а объехал. Ну, да, пока.